Помощь нуждающимся в Владимирской области активисты УНФ вышли с предложением к партнерам сделать акцию «Тележка добра» бессрочной. Она была объявлена в период распространения коронавирусной инфекции. За эти 2 месяца в регионе было создано 30 точек, где люди могли пожертвовать продукты питания нуждающимся. Всего благодаря этой акции добровольцы штаба взаимопомощи «Мы вместе» доставили более 300 продуктовых наборов для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Для того, чтобы поучаствовать в благотворительности, акции достаточно приобрести в гипермаркете или других магазинах продукты питания длительного хранения и опустить их в специальную тележку, корзину, бокс, которые обычно располагаются сразу за кассами. Мы бы хотели, чтобы люди, которые наблюдают за всеми событиями в стране, тоже каким-то образом могли принять в нем участие. Чтобы простые граждане, мы с вами, оставались неравнодушными к чужой беде, к чужим проблемам.